Игорь Владимирский пришел в Артманию меньше года назад. Рисовал парень с детства, но именно здесь понял, что может быть настоящим художником, даже несмотря на медицинский приговор – атрофия зрительного нерва. Он едва различает цвета, пишет пальцами и душой свои тонкие, удивительные картины. Даже преподаватели из Артмании, где я сейчас занимаюсь рисованием, говорили мне, что то, что я плохо вижу, это некий такой козырь для меня, потому что у меня восприятие цвета даже лучше, чем у многих нормально видящих людей. Бухгалтер по образованию Елена Герасименко за холстом отдыхает от скучных цифр. В Артмании она уже 9 лет. Может написать и реплику многослойного голландского натюрморта, и портрет волоокой восточной красавицы. Я когда рисую, я забываю обо всем. Мне очень нравится. И если бы начать заново жить, я бы стала художником профессиональным. Выставка «Вая» продлится 2 недели. У курян будет время посмотреть, чему могут научить в школе рисования. Если кто-то не может решиться и уверен, что не умеет рисовать, может быть, для кого-то это будет стимулом посмотреть, вдохновиться и, наконец-то, решиться исполнить свои мечты. Кстати, первый вернисаж Артмании проходил здесь же. Олег Радин называет их коллегами, партнерами и просто влюбленными в искусство людьми. Я не люблю делить художников на любителей и профессионалов, но сегодня именно выставка любителей от слова «любить». Потому что, когда человек пронизан любовью, любовью к творчеству, то получается то, что сегодня есть у нас на выставке. Юлия Матвеева, Антон Латышев, телеканал «Сеим».